Всем привет, с вами Номер 40, и сегодня мы будем играть в игру Deer Simulator, а именно симулятор оленя, оленя. Да, вы можете не удивляться, олень может растягивать шею, так что, пожалуйста, если вы сейчас кушаете, лучше отложите еду, потому что мало ли что, так что я вас предупредил. А мы начинаем эту игру, а вы не забывайте подписываться на канал, если вы этого не сделали, и ставить лайки. Потому что я планирую делать более качественный контент в скором времени. А мы начинаем. Здорово, олень. Такс, обучение. Давай это вперед. Это сюда, отсюда, и это сюда. Спейс прыгнуть. Что это такое вообще? Чего? Олень всемогущий. Ну давайте, ставим машину. И посмотрим, что это. Вытянуть шею. Вы олень. Да уж. Ничего себе высоко прыгает. Слушай, олень, ты сегодня ничего не употреблял? Нет. Надеюсь, нет. Ну что ж. Видимо, можно нам взять как-то этот пистолет. Чисто свои рога выкинул. Только они пропали сейчас, и текстуры лагают. Но у нас зато сейчас вместо рогов пистолеты. Давайте-ка попробуем что-нибудь еще разрушить. Например, вот эту вот машину. Ничего себе, контратака. Давайте вот эту вот машину, она сейчас не будет ездить. О, смотрите, как калаш выпал. Ну-ка, если сейчас будем стрелять. Ничего себе, как быстро стреляет. Вот смотрите. Наверное, сейчас куда-нибудь прикрепиться на бока. Ну, почти на бока. Под ушами. Интересно, что сейчас будет. Олень, поаккуратнее. Вот, смотрите. Видимо, здесь можно сделать что-то с людьми. Давайте попробуем их заоленить. Как у них рога появились? Алло. А если я сейчас убью их? За мной гонится бешеный мужик. Спасите. Ой, это что за заставка? И что здесь открывается? Ничего себе. А овцы? Куда это я? А. Где я? Что такая музыка тревожная? О, овцы. Они что, меня бить будут? Надо идти гладить. Ну они вообще ничего не... Они бьют их. Они бьют меня. Вы одолели мусоров. Окей. Давайте-ка отоленим его. И поздороваемся. Что это значит, интересно? Hi. Забавно. Олень чисто встает. Ой, это не я. Ну, в смысле, я, но... Давай-ка потанцуем. Олень точно что-то употребил. Нет. Либо в него вселилась душа того человека умершего. Такс. Интересно, по воде ходить можно? Ничего себе, мы по воде можем ходить. Смотрите. Это, видимо, бык. Из Мексики или из Испании. Ну-ка, а что будет, если я выстрелю? Ужас. А если еще? Он поменял цвет. И... Это что, качель большая? Ой-ой. Кажется, он падает. Надо срочно идти.
Он не падает? Он падает. Он падает. Бык падает. Срочно надо уходить. Нет, я все-таки не могу вот так вот без такого. А-а-а, срочно. Надо бежать. Пока это чудовище не упало. Знаете, видимо, раз здесь столько такого странного, видимо, это Чернобыль, только в старом виде. Видимо, там уже была аномалия. Смотрите, какие олени, качки, гиганты коровы. Кстати, корова все еще висит. А, нет, падает до сих пор. Ничего себе, как мы высоко прыгнули. А что означает shift? Я взял корову за хвост. И могу, наверное, что-то с ней сделать. Просто откинул. Эй, стой, корова. Оседлать? Как это я коровой управляю? Что, простите? Видимо, мы подлетаем из-за большого давления молока и звыми. А мы летаем. Ла-ла-ла. Стоп, это что? Слон летающий? Что? Знаете, я летающего слона только в сказках слышал. Что там, рыба? Рыба летающая. Ну ладно, всему свое время. Так что я предлагаю приземлиться. О, смотрите, там куала большая. Что? Ну я хотел сказать про кнопки. Видите кнопки? Что они интересно означают? И почему здесь часть дороги от этого, от города? Здесь что, не доделали что-то? Какая-то часть, самолет желтый из GTA 5. Ну ладно. Побежали, побежали. Корову взяли тоже. Ладно, я предлагаю дальше разрушать. Интересно, здания разрушаются? О, смотрите, у них ХП тратится. Ты чего, мужик? Что? Голова сквозь текстуры. Да, мужик, не удивляйся, я ведь олень. Эй, стой! Надо зацепиться за тебя, чтобы отомстить, хотя, думаю, не ты мне сделал плохо, хотя, смотрите, какая наша... Что это было? Эй, хватит бибикать, я тебя сейчас разрушу. О, ну слава богу. Мне почему-то кажется, что Куала это один из боссов. О, кстати, смотрите, там луна. Жалко, нельзя до нее долететь. Она вообще как-то странно двигается и очень быстро летит. Мне кажется, что это похоже на огромный шар для гольфа. Только кто-то его запустил и не может поймать. Ну а что будет, если я сейчас... Стоп, а почему трамвай бибикает как машина? Сейчас я попробую сделать так, как сказано там, а именно оседлать что-либо. Все, поздравляю, я трамвай с рельсы снес. Ну-ка, давайте попробуем оседлать его. F. Я трамвай, я трамвай, я трамвай, я трамвай, я трамвай, я трамвай, я трамвай. О, интересно, что тут выпало? А, пистолеты, ну это как обычно, можно тоже себе добавить. Хотя у меня они уже есть. Так, предлагаю взять какую-нибудь маршрутку. Стой. Формула 1. В стороне курит. Так, ну ладно. Наша машина застряла, так что предлагаю взять другую. Мне почему-то кажется, что очень похоже, как на стену вешают оленя. Ну что ж, Формула-1, как тебе такое?
Нет, я не это хотел делать. Я хотел вот так вот гнать, чтобы потом вот так вот все разрушить. Вот так вот поездим. Ой, здесь еще такое. А как ты здесь оказался? Скажи мне. Как ты вот так вот оттуда, оттуда докатился вот до сюда? Скажи мне, пожалуйста. Ну хорошо, давайте я попну. Кстати, смотрите, видимо, здесь вода такая, что на нее вообще, в ней вообще нельзя утонуть. Ну давайте посмотрим, на что способен этот трамвай. Давайте опять его оседлаем, как здесь написано. О, у меня сейчас, если вы присмотритесь, то наверху трамвая как раз и находится эта линия. О, рыба. Надо бы ее догнать. Хотя давайте я лучше пешочком. Пешочком. А сейчас упадет, нам всем капец. Ладно, давайте что-нибудь еще продушаем. Допустим, вот это вот. Опа! Новая заставка. Ну да, обычная полицейская машина. Что есть еще? Чего? Как? Медведь там уместился, есть там дно забаррикадировано. Я не могу, я хочу быть побыть, я хочу побыть Артуром Морганом. Нормально мы скачем? Ничего себе отряд полиции. Давайте, давайте. Кто кого? Все, а как у меня заденется? Все, просто можно отстреливаться, если получится. А, вот так вот так можно сделать, оказывается. Как я умер? Скажите, пожалуйста. One eternity later. В общем, я дошел до этого места, и мне сейчас, видимо, опять надо будет перепроходить. Ладно. 2 hours later. Thank you.
корм рыбе. Вот так вот. Ну, пусть. Вот, пусть здесь полежит, в общем. Он исчез. Понятно. Ну чё, народ? Попаркурим. Если есть такая возможность. Какой-то рекламный бланк. Планер. Ладно, давайте попаркурим немножко. Ёбаный в рот! Уи! Мы залагали! Уи! Коала-гигант! О, смотри, я какое-то оружие там вижу. Видите? Нет. Оно там, на этом здании находится. Японском. Давайте-ка посмотрим. Или китайском. Стой. Самолет. О! Я нашел себя же видео. О, смотрите, граната. Давайте-ка я возьму. На всякий пожар. Вот, видите, там оружие какое-то. Давайте посмотрим. Все исчезло на миг. И я тоже, видимо. Ну, хотя бы это сломать нельзя. Давайте закрепились. И полетели на вершину. Ну, хотя бы вот как-то так забрались. Сейчас надо посмотреть. Потому что, скорее всего, выше. Чуть выше находится. Всё. Ой. Я зацепился. Вроде как. Надо еще раз. Опа. Все, смотрите, это реально какое-то оружие. Смотрите, оно большое. Наверное, оно и у меня будет большое. Смотрите, оно хоть и не такое большое, но классно выглядит. И, кстати, смотрите, баг в текстурах. Ха-ха, лол. Ладно, давайте попробуем за самолет зацепиться. Ой. Не получилось, не фартануло. Сейчас, может, еще он заспаунится. А красный надо к этому времени залезть, попробовать еще раз. Опа! Опа! Где самолет? Где самолет? Где самолет? Он что, опять облетел здесь? Я просто не видел. Ладно, давайте подождем. Интересно, как же все-таки крепится олень? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Такс. О, смотрите, опять же кнопки какие-то. Я профукал опять, что ли? Да, профукал. Ну ладно, погнали дальше. Поехали на кнопки посмотрим. Маленький хлопок. Так, здесь, видимо, какая-то собака нужна. Или фолк. Знаете, это на что, на кого похоже? На корги. А здесь, видимо, я нужен. Вот, смотрите, оттуда поступила белая штука. Так, ладно. Ты смотрите, где я корги видел. Я корги вот здесь видел. Может быть, надо отсюда как-то... А, ладно, я уже развалил. Ладно, полетели. Может быть, на слона сможем. Как-нибудь. Я застрял. Давайте попробуем забраться вот на это здание. Ну ладно, видимо, не судьба нам забираться и быть человеком-пауком, потому что мы олени-паук. Я коалу убил с первого раза, ничего себе. Мне казалось, намного
тяжелее будет. Как? Да хватит меня сбивать, алло, Бобус. Господи, мне страшно, будто бы она жила. И... Лучше я отойду отсюда подальше на всякий случай. Ну, хотя бы никто тебя смешать не будет. Вы видели прям ее глаза? Ужасные, белые. То есть, видимо, у нее лазеры какие-то из глаз. О! Солнце такое розовое, прям будто бы в 80-х. Уи! А тем временем мы почти добрались до верха. О, здесь зебра. А что будет, если спустить зебру вниз? Оседлать. Я оседлал зебру. Прекрасно. Она пропала. Великолепно. О, здесь, кстати, слон был. Может быть, отсюда на слона будет удобно залезать. Давай, опа. Ну прям, как в какой-то игре, очень забагованный, качаемся. Такс, о, летит слон. А это значит, что можно попробовать. Я за него зацепился, я за ухо зацепился. Мы прям летаем на слоне. На слоне. Там еще какая-то синяя подсветка странная. Такс, ну давайте, а что будет, если я в него буду стрелять? Падаем? Нет. Такс, рыба какая-то. Летающая. О, смотрите, она заагрессировалась, она отреагировала на меня. Надо было как-нибудь ее убить. Она летит на нас, она летит на нас, это прям какой-то хоррор. Ничего себе, в последний момент прям ее убил. Как-то он себя сбит. Кролик Питер, здорово! Ух, ох! Уходок какой-то. Давай хотя бы слона возьмем, если убит. Если есть такая возьмем. Ладно. Видимо, нету у нас такой возможности, поэтому мы вынуждены бегать сюда. Ой-ой. Хоть мне кажется, что у этих кроликов такое же оружие, как и у меня. Надо срочно бежать, пока они меня не пострелили. Это от медведей защита. О, я полетел, смотрите. Видимо, силы... Оружия достаточно, чтобы я летал. Так, ну давайте так подлетим поближе, чтобы хотя бы у нас была возможность убить. Господи, да хватит меня уже сбивать. Меня сейчас убьют. Ура! Я одолел мастеров за 11 минут и 29 секунд. А, это куала, я думала, это какой-то новый враг. Ладно, давайте-ка посмотрим. О, я только сейчас заметил, что в верхнем правом углу написано «Олени бедствия». Что это значит, интересно? Дайте мне оседлать. Да дайте оседлать мне уже. О, а нет, как всегда. Так, ну давайте хоть на кнопки посмотрим. Где они там? Вот они. Да, не видела, что там написано, так что давайте побыстрее посмотрим. Я не знаю. Вот там уже носорог стоит. Так, это, видимо, я, олень. А здесь корова нужна. Подождите, у нас же нету коровы, которая из вымя стреляет чем-то. Ну и хотя бы носорог стоит. И то хорошо, он прозрачный, слава богу. Так что давайте-ка посмотрим.
Я по стене бегу. Завис. Так, ну я коров видел где-то там. Давайте посмотрим. Побежали, побежали. Вот, спортплощадка. Тогда я предлагаю здесь какую-нибудь корову, которая жива. Опа, баскетболисты. Вау. Не попал. Ладно. Давайте вот этого быка возьмем. Побежали. О, я не знаю, что можно с быком прыгать. Так, побежали. Ой, а куда бык делся? А, вот. Ладно, давай я вот эту корову возьмем. Или быка. Давай все-таки быка. Все, пошли. И солнце встает. А хорошо. А вот и кнопки наши. Что здесь делает рыба? Скажи мне. Можно оседлать рыбу? Не понял. Даже по суше ездить сможет. Она может. А что если на рыбе поздороваться? Hi. А бык-то где? Которого я здесь оставил. Ладно, пошли. А точнее, поплыли на рыбе. Смотрите, где быки обитают. Чтобы их опять забрать и соорудить что-то, что делает, скорее всего, из этих кнопок. Ладно, быка мы не нашли, но, слава богу, мы нашли коров. А это значит, что можно на коров... А, так это извини, молоко под давлением. Вспомнил. Так, собственно, где у нас еще одна корова? А, вот, мы ее взяли. Ладно. Пошли. Кстати, интересно, что у меня там на голове? Ладно. Вот, давайте ее вот сюда. Эй, корова, стой, я не хочу тебя потерять, чтобы опять бежать до туда. Все, пошли. Все. О, стой, стой, стой. Немножко осталось. Вот сюда. Все, стой здесь вообще. Корова прям здесь. О, вертолет летит. Это что за робот? Мне что, с ним сражаться? Какой-то, видимо, военный вертолет. Прикольно подземлилась. Эта машина. Чего? Как это понимать вообще? То есть, по звуку понятно, что он мне не враг. Только не говори, что здесь будет написано «оседлать». Кстати, я вроде бы тигров не ловил. Да, оседлать. Я что, роботом стал? Ничего себе. А что? Так, он умеет... Так, с F это слезть. Удерживайте Shift. А, это ускорение, видимо. Space это подпрыгнуть, а если шифтом... О, мы полетели. Круто. Так, ладно, давайте-ка. Полетим куда-нибудь. Ну, падаем. Лучше немножко потормозить. А, думаю, этому роботу все равно ничего не будет. Так что побежали. Что все разносит. Если просто идти, скорее всего, то будет понемножку вот так, как обычный робот. А если с ускорением, то будет будто бы мы на Луне. Забавно мы сели. Давай попробуем дом разрушить.
Да, там кала. Да. Здесь опять калашников. А здесь что у нас? А здесь опять граната. О, кстати, смотрите, в верхнем правом углу буква В или Б английская увеличивается. Когда сейчас что-то будет. О! Кто-то... А, вот оно, корги падает. Прикольно. Такой хороший. Такой няшный. Мусора, уровень 4, собака. Ну ладно, погнали к нему. Такая еще музыка прикольно играет. Все, олени бедствие пришло. Пришло уничтожать корги, хотя я сам очень люблю корги. Такое чувство, будто бы это собака моей мечты и все такое. Все, мы пошли. Овца. То есть мне против них сражаться? Да, легкотня. Легкотня вообще. Чего? Чего? Как такое возможно? То есть мне вот так вот сражаться? Ничего себе. Собакен. Мне надо сражаться против собакена, видимо. Опа. Так, стреливаемся, стреливаемся. О, блин, повезло, почти. Увы, я не вижу, где он там прячется. А, вот он. Борис собрался. Где же он сейчас руку не запустил у меня? Жестко. Он почти развалился. Так, вставайте, аккуратно. Так, прыгнем. Главное, кролика уничтожить, чтобы тело развалилось. Залагала. Он что, опять залагал? Так, давайте к нему прилетим поближе, чтобы сразу все нормально. Там... Никак. Повезло. Кнопки были или не кажется? Да, кнопки надо, видимо, туда встать. Я нажал на кнопку. Так. Видимо, он говорит, о нет, о нет. Так, надо сейчас тело стрелять кролика. Кролик Питер, прости, дочь. Ну, он, видимо, туда запрыгнул, но... Он здесь прилетел в меня.
очень аккуратно. Вот видите, он опять, он не туда кидал, но все равно полетел в меня. Как это возможно? Говорит, мол, иди сюда, иди. Так, давайте спустимся. О, у меня мало сердечка. Мало жизни у меня. Так, давайте хотя бы минуту полетим. Ой, это что? Одну. Куда-то пойдем. Может, сломаем что-нибудь. Тач у меня. Да давай, 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 давай. Спускаемся, спускаемся. Ура, распался! Корги, успокойся, корги, успокойся, корги, успокойся. Я одолел, я одолел. Я одолел их. Ладно, все, давайте посмотрим, что здесь находится хотя бы. А, смотри, богов он видно. Которые прилетают. А что, разрушить можно? Прикольно. Разрушили здание. Так, как я понял, сюда надо принести корги. А туда мне, кстати. Интересно, что же будет дальше? Вот он, я бегу. Сейчас надо просто взять корги огромного по сравнению со мной. Я взял корги. Да уж, конечно, олень силач. Сейчас берем, прыгаем. Давай сюда, корги. Все, здесь сиди, ничего не делай, а я прыгну. О, смотрите, две эти полоски открылись. Что тут открылось такое интересное? Ну что? Пошли! Хотя, знаете, давайте на этом закончим. Закончим первую серию этого симулятора оленя. И так что не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ставите лайки, потому что скоро будут выходить более крутые ролики. Подписывайтесь на канал Crazy Friends, наш канал с друзьями. И всем удачи, всем пока.